Всем привет! С вами Светлана Никичук, и сегодня мы разберем, что же важнее терять – вес или объем. Те, кто когда-либо худел, знают, как же радостно видеть на весах каждое утро отвесы. Но бывает так, что вес практически не меняется, а вот объемы уходят. Бывает и наоборот – вес уходит, а объемы стоят. Одна из причин может быть неправильное похудение за счет воды или потери мышц. Такое может быть при голодных диетах, при таблетках-диуретиках, либо при слабительных. На самом деле вес – это очень относительная величина, и не вес является главной характеристикой фигуры. При одном и том же весе три разных человека будут выглядеть абсолютно по-разному – от очень худого до пухленького. Это зависит от роста человека и, самое главное, от мышечной массы, которая является достаточно тяжелой. Когда вы планируете похудеть, вы представляете какую-либо фигуру с определенными объемами. Вы не просто представляете весы с какой-то цифрой, поэтому важно ставить цели именно в объемах. Отслеживать объемы, конечно, придется реже, чем вес. Их стоит мерить не чаще одного раза в неделю, а лучше один раз в две недели. Вес же в данном случае можно отслеживать ежедневно, просто чтобы контролировать процесс. Но общую динамику и итоги лучше подводить раз в неделю, измеряя объемы. Ваша цель – сбросить вес или объемы? Напишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана Никичук. Всем пока!